Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Lenovo Tab M10 Plus добавить аккаунт Google и также, как его потом можно удалить. Для начала открываем настройки. Затем переходим в раздел «Пользователи и аккаунты». Нажимаем «Добавить аккаунт». Затем выбираем Google. Нет. Не. Вот этот. А, Google. Здесь вписываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Затем вводим наш пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. Следующим шагом можем выбрать, хотим ли мы включить или выключить резервное копирование Google. То есть оно включено по умолчанию, но мы можем его выключить. Нажимаем «Принять». И после этого аккаунт будет добавлен. Если же хотите удалить данный аккаунт, выбираем его и затем подтверждаем «Удалить аккаунт». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.